Серега, я знаю, что хочу тебе сказать. Что? Ля крыса. Привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Неон, Абгай, Утыч. Как всегда, очень много классных подписчиков, скажите крутые слова. Всем привет. 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 Всем привет. Я покакал. Сегодня мы взяли очень классную карту, это бункер, я буду играть за аниматроника, режим прятки. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а пацаны уже должны разбегаться, и мы начинаем. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, ролики выходят каждый день, стараемся записать что-то очень интересное, которое попадает в тренды. Так, я кого-то слышал здесь. Ого, здесь карта запутанная. Я вообще с кого-то найду здесь или... Ага, знаю Серегу, он тут где-то ныкается. Так, так, так. Хитро ж... Нет! Я увидел тебя, не? Нет, не... Я сквозь приветы могу, что ли, проходить? Так, никого нету. Зря ты это сказал, зря. Потому что идет за тобой очень большие проблемы. Димас, тебя, по-моему, через всю карту слышно. Разве? Вот это как я топаю? Или нет, вот так, когда делаю? Ну так. И вы все меня слышите? Я да, сейчас да. Слышу. А, значит, вы все умрете. Все, кто меня слышит, они должны умереть. О, я двойной прыжок. А, хорошо, сейчас услышишь. А, вот здесь надо искать. Я даже более чем уверен, что кто-то здесь заныкался. Знаешь, что Серега заметил? Когда я хочу попроще карту найти, оказывается, в ней миллион нычек. А, вижу, вижу, вижу! Отлично, Веном. Отлично. Я очень рад, что я его нашел. Так, Сережка, твоя очередь. Вот здесь так холодно. Так, 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 так. А какой у тебя скин, Сережечка? Бэби Йода. Бэби Йода? Да. Давай, Диман, я тебя жду. А я тебя найду, не переживай. Просто карта реально очень запутанная. Я все-таки думал, она будет попроще, а она очень-очень запутанная. Даю подсказку. А ну стрельни с пистолета. О, слышу, слышу, слышу. В эту сторону надо бежать. Которая нема выхода, да, нигде? Так, я в защитере тоже ищу, да? Да-да-да, вместе ищем. Бери аниматроника маленького тоже желательно, потому что большой застреет везде. Кабан. Вы когда стреляете, у меня эхо по всей карте раздается, не понимаю, где вы. Это тоже плюш-трап, видимо. Я кого-то видел. Есть плохая примета, если вы видите плюш-трап, отчитывайте время до смерти. Я дам подсказку. Начинаю считать. Ну, Серега, ты меня видишь, да? Ах ты жопа! Иди сюда, я вижу игрока. Это не я. Это не ты, но он передаст тебе что-то плохое. Я могу тпхаться, ты не забывай. О, кстати, дорога. Да слышишь, я тебя должен убить! О, а ты... Ах ты, блин, убил одного, молодец. Я сейчас убью этого челика, не могу его догнать просто, собакла! Есть. Так, Серега, я очень тебя хочу найти. Очень. Давай. Аниматроников набрать? Да, берите да, аниматроников. Да. Сколько уже убил? Четверых. А, значит, убил двоих, ну а тот значит, убил того. Значит, еще осталось трое. Это я и еще кто-то. Я. Так, мне что надо наверх. Что меня жарит, я не понял. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват, да? Да. Так, так, так. Да вот он бежит, Дима, сзади. Я пошел еще. Давайте здесь хорошо посмотрим. Я плюш-трап манесенький. А, и кто флешку кинул? Эй, а что на весь экран и всем? Ха-ха-ха, прикольно. Ай, горю. О, убили, отлично, еще одного, Сережка. Серега, ты высоко залез или низко? Я низко. Может, ты вообще заныкался там, где я должен вас был искать сначала? Да кто слепухи кидает? Нормально кидает. Это для нас, это классно. Когда ты знаешь, что сейчас тебя убьют, слепуху кинул и текает. Да, Серега? Блин, зря я это сказал. Сейчас Серега будет теперь это делать постоянно. Нет, я другой сейчас использую. Эй, нельзя. А, можно дымовуху кинуть, да, Сережка?
Блин, я ничего не вижу. Да, дымовуху, но я даже дымовуху не использую. Вот в чем прикол. Блин, как же... О, я слышу баллон боя. Так, пацаны, вы где? Давайте соб... О, я вижу аниматроника, давайте вместе. Что-то горит. Так, я вижу, сюда побежал кто-то. Какой-то аниматроник. Во-во, я вижу, баллон-бой. Пошли вместе их искать. Где ты еще искал? Не искал. Меня баллон-бой упустил. Ага, значит, ты сюда побежал где-то. Отпустил. Отпустил. Выпустил. Ох ты ж. Не могу найти. Очень запутанная карта и куча в ней нычек. Чувствую, мы Серегу найдем самого последнего. Вообще не найдете. Не, Серега, ты зря так говоришь слова. Не найдете. Ты это что меня убил? Это на всякий случай. Кто остался живой? Так, надо эту Серегу искать. А может ты в предмет зашел какой-то? Нет. Я мусор. Мент. Зачем такое говоришь? Ой, я горю почему-то. Да, ты, кстати, горишь почему-то. О, прикольная нычка. Ой, извиняюсь, случайно. А чё я горю здесь? Это ты, Серега, что ли? Да. А как ты это делаешь? Секрет. Да я улетаю. Эй, выходи, ты где-то тут, значит. Где ты в угле запрятался? Он, может, какую-нибудь команду там использует? Не знаю. Троллинг. Он меня тоже жарит. Я, кажется, знаю, где он. Он на трубе где-то тут, наверное, ныкается. Ну... Так, подожди, как он нас жгёт? По очереди, то ты, то я. Как он это делает? Он, падла, летает за предмет и поджигает нас. Ах ты жопа! Ну так нельзя! Ах ты хитрый! Что творится? Слышь ты, отвали от меня, горю, жопа! Сгори. Да нельзя гореть. Помогите, я застрял. Так. Это я был, спасибо. Продолжаем. Пацаны, ну где же он? Где-то же он ныкается. А что, Серега только остался? Да! Самый хитрый жук. Он летает, я его поймать не могу. Но то предмет, а не он. Передо мной здесь летает. Так то предмет, а не он. Он где-то ныкается, взял, вселился в предмет и летает, троллит нас. Серега, ты нас троллируешь? Да. Я об этом не жалею. Ах ты молодец. Пойду его искать. Так. Давно надо было. Точно внизу? Я понял, что надо его искать. Слышу, кому-то жопы поджигает постоянно. Что ты за человек такой? Danger. Danger Administration. Fucking Station. Ну где же он заныкался? Она ради-то тут ныкается. Нет, ни в коем случае. Ты что? Как мы сдаемся? Я только начал тебя искать когда-то. А если я, Серега, возьму аниматроника, который бьет на расстоянии, я тебе смогу найти? Нельзя. Это будет... Ну я согласен, это нечестно. Это реально нечестно. Ну а где ты видел, чтобы я честно играл? Ладно, шучу. Буду искать. Все-таки, надеюсь, найдем. 7 человек ищут одного не такой уж и большой карте. Но это очень сложно дается нам. Потому что Серега у нас профессиональный прятальщик. Я еще так потихоньку передвигаюсь. Серега такой за картой сидит. Серега, я знаю, что хочу тебе сказать? Что? Ля крыса! Почему? А как ты на нычку передвигаешься, что мы тебя не слышим? На корточках. Мы тут ходим, уже разминаемся 1000 раз, но тебя никто не видит. Почему-то. Потому что я Бэби Йода. Бэби Йода. Я джедай. Он... А, у тебя очень маленький скин. Блин, ребята, нам будет тяжело его найти. Да. Но это возможно, да? Да. Да. Это вроде... все возможно. Здорово, так, брат, здесь. Нету. Здесь. Нету. Он же может где-то на полочку залезть и сесть на корточке. У него еще темный скин, его очень плохо будет видно. Димас, есть тактика. Надо использовать читерских аниматроников против читера Сереги. Нет, нельзя. Я не читерю. Не, Серега никогда не читерит. Так, чуть-чуть. Опять меня поджигает. Ну кто поджигает? А, это тебя... А, это на карте, наверное, часть карты этой. Блин, я его не вижу. Да ну хватит уже!
черного кончика. Надо было мне запись начать. Надо было мне запись начать, вы бы видели это потом у меня. Он передо мной пробежал, я его не заметил. А, так ты что, ходишь с монтировкой бегаешь, что ли? Нет, с джедайским мечом. Вот как я тут прохожу, меня начинает жечь. Эй, я подлетаю почему-то! Это уже... А, это баг, Дима, с этой карты. Да, точно. Это не ты нас поджигаешь, мы сами сгораемся. Да? Почему? Короче, Серега, нам первый этаж обыскивать? Да. Все, пацаны, никто не поднимаемся наверх, все ищем первый этаж. Серега где-то тут. Блин, уже погорит сильно, я тебе скажу. Прям пригорейшн. Блин, как же я хочу тебя найти, ты даже не представляешь этого. Да, я представляю, вы как бешеные тут ходите. Ну, а может, пацаны нас не поджигают, а то у нас пердаки горят из-за того, что мы его найти не можем. Жопа горит, пацаны, так хочу найти Серегу. Посмотри, горю и горю, и горю, и горю. Мы уже тут все собрались, у тебя... Всяк, на первый этаж спускаемся, срочно. Ну, типа на первый. Он где-то тут. Все ищем первый этаж. Внимательно, внимательно. Так, если вы меня не найдете в течение минуты, я взрываю карту. Хорошо. Не, давайте сейчас покажешь, где ты, а потом взорвешь карту. Хорошо. Давайте, если мы за минуту его не находим, мы сдаемся, да? Ну, по сути. А если без сути? Да, по сути. А без сути? Не обессудьте Серегу. Он просто хорошо играет. Я вас вообще не вижу. Серега, я уже каждый сантиметр обыскал, тебе тут нету, ты врешь. Ай, блин, я говорю. О, это хороший знак. Ай-яй-яй, бегу. Все, спрятался. В ящиках его еще. Можем в ящиках. Вот классный. Кто флешку кинул? Нычка была офигенно у туба, да, ребята, в ящичках заныкаться-то. Ой, я застрял. Да, да. Я его не вижу. Ладно, Серега, все, мы сдаемся. Показывай, где ты был. Короче, беги на место то, где ты горел. А я же не помню, где это место. Вот, рядом с выходом. Так, вот. Сидит. Нет, я не в трубе. Вот, я горю. Стой, Дима, спустись. Так. Смотри, видишь меня? Вот он я. Смотри, я сажусь на корточки. Так это же нечестно! Это же нечестно! Ребята, напишите в комментариях, честно это или нечестно, если мы его не видели, скин. Да что флешки тебе? Ну давай, взрывайся! 3, 2, 1. О-хо-хо-хо, давайте это тип. Посмотрим на эту красоту. Вау! Ого, это мега взрыв! Просто смотри. А что за бомба, Серега? Ядерная. Это какая-то мега ядерная. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.